Прием, здорово всем, с вами Хилхёрдс, это у нас Fast Forward и мои любимые соседи, которые, скорее всего, мне снова не дадут пожить. Но куда деваться, я делал перерыв, вот прям, не соврать, несколько дней, и я, к сожалению, опять все забыл. Временем сейчас очень туго, так что как-то так. Сейчас вы вспомните, у нас несколько дней, несколько часов осталось до зарядки, и потом же до битвы. Скорее всего, битва начнется быстрее. Возможно, имеет смысл зайти поспать чуть-чуть. Нет, поспать мы будем, наверное, уже перед... Ага, все, давай тогда сюда. Опять же, сейчас чуть-чуть придется вспомнить. Уж извините. Немножко поработаем. Так. Начать работу. Ну, погнали. Не знаю, наверное, часа за 4 до начала тренировки. Да, слушайте, как-то очень странно. А, это только запись, окей. Тогда мы все делаем alright. Нам нужно купить жрачки, прям хорошо так купить. Парочку таких куплю. Что у нас поза? Ага, то есть даже слишком я накупил. Ну, я думаю, нам 100% хватит еды. Хотя не факт. Ладно, попробуем. Я еще могу немножко гундосить, вы уж меня извините. Я знаменитый гундосий парень. Да будем записываться. Кто у нас? Я могу кому угодно кинуть, но я же могу попробовать и, допустим, этому. 223 маловато будет. Подожди. Сейчас посмотрим самого дорогого. 402, балдеж, ну этот меня изнасиловал в тот раз почти. Следующий, не могу. Тогда Борис Бритва сюда, снимай свои Бориса Бритвенные штаны. Так, ну и поспать, как мы с вами запланировали. Крыша прыгает в ладоши, всем спасибо, план хороший. Я, кстати, не знаю, сейчас, наверное, только шестая серия выложена, так что если кто-то мне что-то будет советовать, то этого я еще не сделаю, к сожалению. Так, мы супер зарядились, я не против, если честно. И в конце дня мы, наверное, еще чуть-чуть потренькаем. Дабы было круто. Круто. Так, давайте купим поесть, потому что сегодня будет очень долгий день. Можно, в принципе, пойти и чуть-чуть поработать. Давайте будем честны. Как раз к началу тренировочки вернуться. Так, давайте промотаем чуть-чуть времени. Балдеж. И мы, в принципе, пешочком как раз-таки... Блин, немножко время тренировки пропустим. Ну, бывает, ребята, бывает. Так, we are ready. Окей, let's go. Чё у нас, социализация балдежная. Давайте чуть-чуть разминочку. Время, как говорится, разминаться. Так, потом сразу социализейшн делаем. Пацана чуть-чуть еще спадет. Так, тихо, пацаны, социализируемся, ребятушки. Я, короче, в свое время и не таким крутым, как вы был. Так, теперь надо покусить сюда. Давайте теперь новые удары будем заучивать по возможности. А, давайте хайкик сюда. Старый добрый пинок в голову. Попробуй повтори, как говорится. Будет покушать. Перегрузки нет, отлично. Можно будет тренкаться all day, all night. Ну, давай вертуха в голову. Это супер важный навык в нашем деле, ребята. Уж я, по-моему, не успею. Социализация на фуле. Ребята устали. Что делаем, пацаны? Тренер, наверное, кушает. Тренер устал вас учить. Разуму. Не успею, наверное, забить. Что-то пошло не так, ребята. Ну, хотя нет, можем успеть, в принципе, в теории. Ну, давай, давай. Нет, да, балдеж, отлично, успеем. Низкий уровень ярости, это плохо. Мало денег дали почему-то. Неудачно все пошло, но бывает, ребята. Как говорится, с кем не бывает. Так, покушаем, чтобы было весело. Теперь немножечко поиграть. А то все настроение в ноль ушло. И немножко поспать. Это был тяжелый день, все мы с вами все понимаем. И днем мы, наверное, с вами пойдем тренироваться. Потому что мои ягодичные мышцы немножечко устали. Сами понимаете, можно будет, наверное, еще спортивного инвентаря накупить по возможности. Наверное, даже куплю поесть. Просто чтобы было. Так. Давай на свалку роботов сгоняем быстренько. Можно мешок купить. Ну и давайте. Вроде бы деньги у нас начали появляться. Почему, как говорится, нет? Можно, в принципе, еще и тут поработать, купить самый клевый бургер. А, не смогу. Блин, папаня, что же за дела? Мистер Слизнебос против этого. Давай тогда сюда. Час 10 как раз зал у Сильвера откроется.
И мы с полной уверенностью сможем там потрениться. Даже не знаю, что я сегодня буду прокачивать, но разберемся. Давайте, наверное, начнем с ловкости, ибо ловкость это не ошибка. Это 26 вряд ли я смогу сделать. Давайте будем честны. Сейчас перегрузку сразу дадут, скорее всего. Нет, смотри, не дали. Так, и что мы можем сделать? Мы можем поесть. Нам это определенно надо. Блин, ну давай ловкость. В смысле, выносливость. 1100, давай. Скорее всего, перегрузку дадут. Нет, еще можно потрениться, серьезно? Хочу ли я? Знаете, возможно, даже да. Как бы странно это ни звучало. Но можно еще вот такую ловкость, допустим. Мысли выносливость. Идите, кстати, тренировки долгие по времени. Вот и все. Так, нам нужно купить поесть. И потом опять всю ночь работать пойдем. Так, давай парочку бахнем. Дабы повеселее было. Теперь в улицу возле клуба. И время ночной смены. Мое любимое время. Хлебом не корми, дай ночью поработать. Прям нормально работать стали быстрее. Вполне себе неплохо. Так, у нас сегодня тренировочка, надо поспать. А потом, наверное, еще и к Сильверу зайти. Чтобы ловкость попробовать докачать. Наверное, не успею. План, конечно, отличный. А вы знаете, я даже, наверное, его сделаю. Хочу максимально ответственно к бою подойти. Надеюсь, хватит. Отличный балдеж. Так, ну и тогда отсыпаться идем. Отъедаться. Чтобы хорошо подойти к файту ночному. Радости, я думаю, не будем повышать. Если что, мы, надеюсь, победим. Это нас очень сильно подбодрит. В теории план такой. Как оно выйдет, это уже совсем другая история. Так, можно чуть поработать. В любом случае, купить поесть. Так, давайте два этих штуки. И немножко поработаем. Давай покушаем и на отличный файт пойдем. Так, у нас супер кобра. В принципе, я, наверное, попробую прям... С таким сетапом только возьму еще пропуск хода, возможно. Давай попробуем. Блин, у него хп, маманя, просто шок. Мне вообще нельзя пропускать, сами понимаете. Блин, он просто все доджит. И если мы хоть один удар пропускаем, нам жопа. Нам разорвут анусай. Можно, кстати, больше ударов поставить. Давай апкот. Блин, нельзя, это все за стамина. Киньте, как не клево. Давай просто айкик возьмем. Почему нет? Блин, мужик, он всю энергию в нас вливает. Ну давай, ну попади хотя бы раз. Хотя, наверное, пока он наворачивается, я ничего не могу сделать. Причем забавно, он вообще ничего не тратит. Вы представляете, на ворот какая псина? Ёж твою мать! Просто пол лица одним ударом. Ну это просто какой-то чемпион босс-качалки. Убер-чемпион. Это как вообще такое возможно? Вы видели это, ребят? Я прям даже уверен, что мне придется какие-то новые удары использовать. Давай и вертуху, и вот это, иначе мы, наверное, не победим. Вы видели, что он делает? Опа, сюда, братан. Снимай штанишки. Что с лицом, братик? Ну, мы даже не сравнялись по хпшке. Он вообще стамину не тратит, я не знаю, как он себе это позволяет. Но вы видите, что происходит. Потом тренироваться придется, шок как много. Не, нормальный удар нормально носит. У него тоже. Вполне себе. Блин, это было тяжело, но мы сделали дело. Закрываем. Так.
Денег дали, маманя. Ну, надо будет сегодня потрениться тогда, чтобы это все восстановить, сами понимаете. Других вариантов нет у меня. Так, let's work it together. Так, у нас нет перегрузки, и это большой-большой-большой балдеж. Можно, в принципе, на нового элитного какого-нибудь мужичка напасть попробовать. Не уверен, хороший ли это план, ребята. Так, давай посмотрим, кто у нас. Стильный хрен, етить, мы его сейчас победим. Ох, это ловкач. Слушай, ну ловкача я хочу. 160, нихера себе он дорогой, ну ладно. Я тоже как бы не беден, давайте будем честны. Доллары имеются. Так, чё, куда? Сегодня еще будет тренировка из неприятного. Я не знаю, можно ли ее пропускать. Сейчас надо будет чуть-чуть, наверное, поспать. Иначе нам энергии тупо не хватит. Так. Да, наверное, поспим, сколько хватит сил. И чуть-чуть в этот поиграем. Наверное, то, что в тот раз тренировка была маленькая, поэтому ничего не получилось нормально. Даже радость лучше сделаю. А, не сделаю. И чуть посплю, прям чуть-чуть полписечки. Опа, нормально, пацаны. Время трениться. Так, тренер, мы готовы. А я готов поесть. Давай чуть социализацию бустанем. Нормально, пацаны, теперь на турнички. Футбольчик, мальчики походят на качков. Окей, окей, так, тренимся, тренимся, ребятушки. Давайте, давайте. Кто-то мне сообщение посылает. Возможно, это контакт. Надеюсь, что нет. Так. Тренер голоден. Тренер пойдет вам показывать всякие удары. Может, с маленьких начнем? Либо мне всегда надо высокоуровневые, я не знаю. Так, давайте теперь жесткий. Мой знаменитый удар, которым я только что победил всех, кого только мог. Так, ну и, наверное... Хотя, если можем, давайте вертуху еще бахнем. Надеюсь, мы успеем набрать. Вроде успели. Так, тренер хочет кушать. И тренер заставит вас отжиматься, тренироваться. Стоп, 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 стоп. Нет, нет, социализация нужна, ребята. Я все профукал. Тренер с ума сошел. Опа, немножко давай еще потреним. Вот так мне нравится. Сколько? 210, 260. Нормально. Достойная оплата труда. Хоть где-то. Привет, пацан. Похоже, ты начинаешь привыкать к своей новой роли. Как ощущения? Ответственность. Лучше запомни всего одну вещь. Для этих парней ты не просто тренер, ты для них защитник и наставник. Благодарю тебя, Мик. Я вряд ли когда-то это забуду. Но на улицах все еще полно тех, кому нужна помощь. Началось. Один хороший парень из гетто попал в неприятности. Он умудрился перейти дорогу каждой банде в городе. Ого, это талант. Что же он им такого сделал? Спросишь у него сам. Они собираются поймать и покарать его ночью. Отправляйся в городское гетто после захода солнца и спаси парня. И лучше с этим немедленно. Страшно представить, что будет, если они доберутся до него раньше тебя. Блин, это такая ответственность. Я не уверен. Если честно, сами понимаете, надо поспать, надо радость повысить, надо немножечко отдохнуть, чтобы было много-много энергии. Very, very energy. Хорошо буду спать, со всей силы спать буду. Так, немножко поесть, последняя еда. Че, наверное, за ланчем сгоняем? Я просто не знаю, может ли мне что-то здесь помочь. Пойдемте поможем, ладно. Не ту кнопку нажал, братан, сорян. Так, гетто. Никогда в гетто не ходил, но давайте начнем с этого. Опоздал, говорит. Не-не-не, сначала выбью из него все дерьмо, как из слизня. Не-не-не, сначала я заставлю его сделать харкири. Не-не-не-не-не, сначала я... Погоди-ка, как по-твоему мы должны побить его, если он сначала делает харкири? Он ведь тогда умрет, дубина. Именно это я и добиваюсь, коллеги. Но ведь и я тоже. И я. И что же нам делать? Мы не можем убить парня три раза. Да, к сожалению, не можем. Эх, может, скинемся на камень, ножницы, бумагу? Хм, как дела? Чё-те, не видишь, что ли? Мы заняты. Я не с тобой разговариваю. Ты в порядке, приятель? Да, незнакомец. Ну, как сказать? Просто используй это время, чтобы помолиться перед смертью. Не время умирать, ты пойдешь со мной. Только через наши трубы. Раз так, то дело за малым серьезно против троих. А, так вы просто лошары позорные. Ну, я побеждать вас пришел, ребят. Я так понимаю, просто мидл кики сюда. Хотя хпшка у него до хрена. Поехали. Бум, шакалака, бум, бум, лежать плюс сосать. Мистер Железная Нога.
Ох, ни хрена себе. Бомж с двумя силами насилует моего персонажа во все щели. Без регистрации, без смс. Смотреть онлайн. Ёж твою мать. Сука, он только что против элитных противников насиловал их, а эти меня побеждают. Но это же шутки. Это просто шок. Посмотрите, гля, ну ты, дядь, ну ты будешь уворачиваться. Ну вот, я не знаю, в игре какая-то просто отбитая кривая сложности. Такая же отбитая, как разработчики, очевидно. И, скорее всего, это сейчас будет следующий, более сложный. Может, я буду все время, но это будет так, как будто я у тебя первый. Окей, бро, окей. Даже не уворачивается. Погнали. У него даже энергии нет, чтобы что-то мне противопоставить. Он все равно будет попадать. Блин, ну это шок. Это реально exactly шок. Спасибо, что хоть не все сразу. Давайте я буду честен. Допинываем молодого. Неужели мой персонаж вспомнил, что он может ворачиваться? Готово. А ты что ждешь, говорит? Неожиданного момента. Сейчас. Так, этот посильнее будет, этот очень хорош. Блин, этот может победить. Это ж, по-моему, этот из лиги, дурачок. Не знаю, будет ли он драться. Надеюсь, что нет. Нет, будет. И причем это вертухи, это очень много урона. Ну, в теории, да, нормально, победили. Вау, говорит, ты перебил их всех, чувак, это было люто. Спасибо. Теперь ты можешь идти домой. Да, но... Что? Что же мне делать, когда они вернутся? Я не знаю, кунг-фу, как ты. Это было не... А, пофиг. Знаешь, кажется, у меня есть идея. В зал ко мне приходил. Эй, Мик, теперь банда не тронут этого парня. Есть еще кое-что. Я хочу учиться кунг-фу у вас, мистер. Я хочу выучить кучу приемов, мудохать зло и все такое в таком духе. Что ж, ты можешь сделать это, парень. Но я не тот, кто будет учить тебя. А кто тогда? Он. Тренер. Ой, да ладно вам, я стесняюсь. В общем, решено. Увидимся на тренировке, приятель. Ура, красиво. А знаешь, я просто не могу промолчать. С большой силой приходит большая ответственность. Мик, это очень старый фильм. Все смотрели его. Ну и поколение, ничем их не удивишь. Увидимся на тренировке, Питер Паркер. Так, ну шо, сколько радости прибавилось. Балдеж, я, наверное, чуть-чуть прервусь. Да, прервусь. Так, ну мы возвращаемся. Мой план, к сожалению, абсолютно не возымел успеха. У нас просто сегодня даунские соседи. Музыку, ну, начали со сверления, а теперь музыкой добивают. Я вот уходил немножечко дух перевести, но вернулся, и ничего, к сожалению, не изменилось. Ну ладно, как бы, мне не привыкать. Давайте, давайте будем так, честные. Не будем на этом заострять внимание. Так, мы с вами побили целую банду. Выглядит очень круто. Так что теперь мы, наверное, будем восстанавливать силы, насколько я помню. Потому что после тренировочки мы с вами... Точнее, после... А, была очень сложная битва, я вспомнил. Нам пришлось использовать тайные техники. Блин, отстой. Вообще отстой. Нам пришлось использовать тайные техники, чтобы победить смочь. Вот, и теперь нам нужно ловкость восстановить. Чем мы с вами и займемся. Хоть я этому не рад, потому что снова придется тратить кровно заработанные доллары. Я человек простой, как бы вижу доллары, каплю доллары. А иначе зачем они нужны? Так, 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 1100, отлично. Ну давай немножечко ловкости и стаминку. Если я не ошибаюсь. А по-моему была стамина на 21 уже. Может мы ее сможем? Слушай, может мы ее сможем бустануть? Хотя, наверное, эффективнее будет. А, уже неэффективно. Тогда не буду, подожду, наверное, лучше. Лучше подожду, лучше остаток дня мы поработаем. Хорошо, плотно, в поте лица. Люблю, знаете ли, потных мужчин. Так. До вечера, наверное, потом поспим. Да, хорош план, хорош план. Если не лучше. Ой, надо отойти срочно, там что-то пиликает все со всей силы. Да, секундочку. А вот и я здесь. Так, собственно, нам пожрать бы. Причем хорошо пожрать, закупиться, наверное, сейчас жратвой. На все деньги, наверное, сделаем. Бабах. Потом мы пойдем подрыхаем. Я люблю дрыхать, знаете ли. Главное, чтобы маманя не возмущалась, а то вот это вот женские вот эти возмущения, они никому не интересны. Никому не нужны. Мы хотим этого избежать. Так, можно, кстати, посмотреть новые технологичные умения какие-нибудь.
в школе какого-нибудь мастерства. Так, у нас скоро жесткая драчка. Прямо же... что-то звонят. Сын, а это ты? Да, мам, кого еще ты ожидал услышать, когда звонила мне? Прости, мне просто не здоровится. Что случилось? Моя головная боль, она вернулась. Леденцы, которые ты принес, больше не помогают. Вчера я так и не смогла уснуть, хотя съела полную чашку. Ого, мог бы ты попросить опу что-нибудь еще? Что, что, например, опиаты? Ха-ха, смешно, ну быстро метнулся и выполнил мою просьбу, сучоныш. Прости, сыночек, голова просто раскалывается. Пожалуйста, спроси опу что-нибудь еще. Люблю тебя. Так, ну в принципе, я не против это сделать. Тем более... Ой, не так... Ай-яй-яй. Не ту кнопку нажал. Тем более, АПУ всю ночь работает. Я хотел прокачку посмотреть. Сейчас. А, супертехнология. Где моя супертехнология? Танцующая обезьяна. Это я. Здорово. Так, Маваша Гири. Не знаю, против кого он эффективен. 26 надо. Понял, плюс принял. Мистер АПУ. Маманя снова хочет колес. Как жаль это слышать. Говорит, АПУ, может быть, у тебя есть что-нибудь для сна? Что, например, опять? Шучу-шучу, это, конечно, шутка. Возьми лучше эти беруши. Мой братик Джей всегда использует их и спит всю ночь, как младенец. Я не знал, что у тебя есть брат, АПУ. Чрезвычайно приятный малыш. Малыши не обижают. Может быть, я однажды вас познакомлю. Сколько с меня? Ой, да ладно. Тебе не стоит думать только о деньгах, мой друг. Мой долг помочь бедной женщине. Не думал, что АПУ на такой способен. Может, не такой уж он и скупердяй. Спасибо, АПУ. Окей, маманя, держи эти штуки, они тебе помогут. Кстати, беруши балдежная штука. Никогда у тебя сосед дикий не рад. Ладно, наконец-то, давай скорее сюда. Может, теперь наконец-то мне немного поспать. Хорошо. Так, ну чё тогда, мы идем чуть-чуть поработаем. Да, до битвы. И будем его на файт делать. Не знаю, конечно, смогу ли я победить. Начать работу. У нас немного развлечений в нашем маленьком городке. Нам нужен высокий, большой город, сами понимаете. Еды не хватит. Еды не хватит, так что мы будем кусить. Балдежно поели. Так, чё? Тренится у этого? Можно, в принципе, и потрениться. Звучит как хороший план, дамы и господа. У нас же нет перегрузки? Ну, небольшая, ладно. Хотя бы чуть-чуть мы точно бустанем наши поджилки, чтобы раздавать. Так, сколько? 900... Ам-пам-парам, давай чуть-чуть ловкости и чуть-чуть, может быть, стамина. Средняя, не все. На этом наши тренировочки и закончатся, к сожалению. Что, тогда хорошо поспим перед хорошим файтом. Пойдем. Блин, она все их захавала, ё-моё. Слушайте, это прям что-то женщина лютует. Я не рад, что она так делает. Так, после этого мы пойдем к АПУ. Купим мамане колес, потому что у нее что-то не спится, тем более раздал лары есть. Мамочку можно уважить. И, наверное, тогда работать пойдем. Звучит как неплохой план. Даже, наверное, еще немножко еды куплю. Так, если мы проигрываем, мы... Очень много всираем деньгов. Так, мы заражены и готовы к бою. Мы, в принципе, похожи. Я просто превосхожу его по характеристикам. Ну, тут чисто если повезет. Повезет, не повезет. Мы делаем асасай. Поехали. У него скорпион. У меня блоков нету, к счастью, мне повезло. Да, мастер воротов, это не круто. Тем более с моим мизерным писюнчатым ударом. Если он будет больше 7 бить, я очень сильно расстроюсь. Да твою мать, лошара просто ловкач. Я в 1000 раз превосхожу этого молодого мужчину, и он меня насилует своими тычками. Что у него за удары? Да как он так много бьет? У него все, короче, скиллы на... Слушай, братан, походу мы с тобой будем сейчас драться по-мужски прям так, знаешь? Пипка к пипке. Вот, поехали, братан. Посмотрим, что своим лицом будет. Ясно. Решил делать вещи сам. Понимаю. Блин, просто шок. Просто ловкач трахает мое тело. Смотреть без регистрации, без СМС. Я недоволен этим фактом. Я экзект недоволен. Где мы? Вот, все, братан, снимай трусы. Достойный противник, что сказать. Просто, видимо, я как-то не туда свернул. Давай, обрушь на него всю мощь своих ног. Ног, рук, писюна, всего. Давай, это будет его остановочный угол, братан. Доберись. Чего страшного, добиваем собаку.
Ну вот, собственно, и все, сынок. Полежи здесь, отдохни в уголку, как псина позорная. Так, закрыть. Эй, Бисти Боу, я раскрутил твою тактику. И чем же она заключается, мистер Барри? Ты продвигаешься по турниру таблицы, как любовник на первом свидании. Решил сначала как следует повозиться снизу. Ха-ха-ха-ха-ха. Уверен, однажды ты своего добьешься. Есть одно дело, с которым ты мне можешь помочь. На кону моральные устои нашей организации. А, конечно. Мои лиги, лучшие лиги этого гребаного города, завелись поганцы, которые вздумали читерить. Серьезно? Мы должны поймать каждого из них, а потом зададим им такую жесточайшую порку, что после нее они встанут на колени и проскулят. Какого черта сейчас только что было? Я не помню последние 5 лет своей жизни. Вы разбираетесь в порке. Ля, флексит молодой. Ну, мы должны действовать осторожно, по крайней мере, пока не узнаем, кто за этим стоит. Поговори с моим корешем Бобо Джуниором. Он точно сможет придумать, как вычислить этих ублюдков. Окей, вас понял. Посмотрим, что я смогу с этим сделать. Так, мне надо... мне на самом деле надо жестко прокачаться, мистер тренер. У меня небольшая перегрузка мозга. Почему нельзя? Потому что он хоть днем работает. Че, ночная смена? Выглядит похожим на ночную смену. Блин, а утром тренировка вообще отстой. Надо жрачки будет закупить. Сама мания, не горюй. Надеюсь, у меня есть бутерброд. Да, у меня много бутербродов. Кстати, денег мало дали за то, что я победил. Надо на лохах качаться, но это не очень выгодно. Блин, на новую битву записываться? Я что-то не уверен. Мне же еще покачаться надо будет. Поглянем вообще, кто у нас. Кибертип. 112. Дороговато будет. Вы получите, маловато будет. 432. 624. Слушай, ну я не могу от этого отказаться, ребята. Я просто не могу от этого отказаться. Вы сами видите, сколько денег этот молодой мужчина хочет мне заплатить. Его деньги, мои деньги. Сюда, люблю деньги. Сейчас весь день воркать. Я потом опять к этому парню не успею. Блин, отстой на самом деле. Ну шо, пацанята, готовимся делать вещи. Как всегда, по старой схеме, разминочка. О, балдежный тренировочный процесс пошел. Сюда, пацаны, сюда, качаем. Бицепсы, трицепсы, квадрицепсы. И это нам надо. Так, давай социализируемся, ребятушки, социализируемся. Так, рассказываю секрет успеха. Топ. Я очень проголодался, мне еды не хватит, твою мать. Давай, вертушки, поехали, ужух. Качаем, пацаны. Смотри, как делает мистер-мастер. Это я. А, наверное, еды реально не хватит. Где вот этот, которого спас, походу, парень? Блин, ребятушки, мне нужно за газировкой сходить, походу. Да, тренер не успеет, наверное. Так. Или успеет, часик, ребят. Продержимся часик буквально. Твою мать, что же у нас тренер-то такой? Проглот. Ну, не подготовился. Слишком много активности начинает появляться. Я тупо не успеваю за всем сразу. Раз, два, три, бабах сюда. Теперь капу. Быстро немножко поесть, купить. Газировка, I need more energy. Сюда, мистер Кофе. Возвращаемся. И докачиваемся, ребятушки. $260. Маловато денег дали, но как дают, столько дают. Так, чуть-чуть радости. Да хотя нормально с радостью. Поспим, отдохнем. А утром пойдем к этому мальчугану. Делать всякие вычислительные действия. Еще мне надо жестко покачаться, сами понимаете. Потому что мы очень сильно... Нихера себе мы просрали, блин. Я очень долго буду восстанавливаться. Прям реально очень долго. Это меня вообще не радует.
Можешь помочь с полученными полулегальными компьютерными штуками? Конечно, дружище, как обычно. Какие именно штуки тебя интересуют? Мистер Барри считает, что кто-то в лиге играет не по правилам. Он сказал, ты можешь придумать, как вычислить этих читеров. Я угадаю, когда он их найдет, он выпарит Белак так сильно, что они забудут последние годы своей жизни. Да, все верно. Господи, у этого парня точно есть пункты по поводу порки. Ага, и по поводу проблем с памятью. Так, я могу собрать для этого специальный девайс. Так это уже он и делает, скорее всего. Круто, самое легкое задание в моей жизни. Если ты поможешь с моей проблемой. А, Блоумчик, что еще за проблема? Дело в моем отце. Последнее время я за него переживаю. Потому что он занимается криминалом. Такие люди всегда заставляют за них переживать, разве нет? Что? Нет, с этим все в порядке. Я перестал переживать по этому поводу, когда мне было 3 года, когда я осознал, что люди отдают бабе свои деньги не потому, что любят его или доверяют ему. А уж точно не поэтому, точно. Проблема в том, что он начал пропадать где-то вечерами. Ничего не объясняет, вид загадочный, вот я и начал беспокоиться. То есть, если я прислужу за Бобо, я сделаю для тебя девайс. Приходи сюда, когда выяснишь что-нибудь о моем отце. Воу. Как это сделать, я не знаю. Ладно, разберемся. А, это ночью я туплю. Ночью мы ничего не сделаем. Тогда воркать. Да уж. Подкинули нам работенки. Блины. Ну хотя не, еды купим, просто будет хорошо. Угу. Ну давай одну еду у него купим. Купить сюда. Бемс. Чё это, чё это? Ага. Ну и к Сильверу отлично успеваем. Такими темпами мы никогда не прокачаемся, если будем мощные технологии тратить на работяг. Думаю, вы сами понимаете. Странно, маловато дает. Ладно, надо ловкость восстанавливать. А, ну в принципе, одна тренировка. И мы уже все восстановили, не так уж все и плохо на сегодняшний день. Что с ловкости хочу? Ловкий, сильный, ловкий, смелый, умелый. Сюда, это я. Блин, не хватило, твою мать, не прокачал, да что ж такое-то? Давай чуть поспим тогда. Так, время спать. Надо будет за едой зайти купить обязательно. Так, мужик, я пришел следить за тобой. Как это делать, не знаю. Нового диалога не появилось. Давай мы сейчас чуть поработаем, посмотрим, что он нам откроет, что он нам даст. По идее, ночью он должен уйти куда-то, как мне сказали. Так, хорошо, мужик. Куда ты можешь деться, пес? Где ты? Это может в гетто как раз-таки любит по гетто ходить молодой мужчина. Знаете, нет шансов. В гетто его нет. Ну, может быть, под мостом любит ходить, я не знаю. Я так понимаю, надо все локации проследить. Молодой мальчик что-то хочет. Существует легенда о собаках и жирном зайце. Однажды собаки увидели жирного зайца и побежали за ним. Они догнали его и убили. Очень жестоко, было много крови. Так, сейчас, эти. Мораль в том, что заяц был жирный. Его параметры не позволили ему сбежать. Но ты можешь изменить свои параметры, свою судьбу. За определенную сумму, конечно. Начинаешь схватывать истинную суть вещей. Я не хочу судьбы зайца, никто не хочет, переводясь секундатор на обычный. Отличие от бедного зайца, храни господь его душу, если ты можешь перес... Вот, наконец, например, взять очки силы, это балдеж, тогда именно в тонус ловкости. А, в тонус ловкости, а не саму силу. Может пригодиться, если ловкий парень переусердствует в спортзале и перекачается. Так, слушайте, например... Не понял? В ловкость ушла. Что-то не понимаю, что идет. А, отсюда в, получается, ловкость, правильно ж? Ну да. Что-то не могу. Слушайте, а в чем проблема-то? Ну, отсюда сюда. Почему я не могу этого сделать? Подожди, не понимаю. Так, подождите, ну, сила. Силу я беру и ухожу сюда. Так сделай, почему? Наверное, тонуса не хватает. Надо чуть-чуть, наверное.
сил. Не могу понять, ребята, не могу. Нужен гайд. Так, ну я все еще ищу этого говнюка. Может быть, он возле клуба тусуется. Может, надо чуть время промотать? Давай проверим. Типа он куда-то ушел за это время? О, да. Интересно, во что я ввязываюсь? О-ла-ла, надеюсь, это женщина. Дом Генри? О, нет, это Генри, я так думал, что кто мы? Накачанные метросексуалы. Чего мы хотим? Драться друг с другом. О, нет, он убьет Гарри, Генри. Нет, они будут делать секс. Аня, это с твоей задницей, сейчас я надеру ее. Нет, только не убивайте Генри. Вообще-то сейчас моя очередь. Нет, моя. Чего? Привет, сосед. Хочешь смотреть аниме с нами? Клянусь тебе, эта штука сильнее, чем Шекспир. Кто такой Шекспир? Издеваешься, это важная часть нашей культуры. Я слышал еще, если не прекратишь нам мешать. Генри, ты в порядке? Да, все в порядке. Генри Кун, когда мы уже продолжим просмотр? У меня завтра много криминальной работы. Точно, точно, погнали смотреть дальше. Ясненько, понятненько. Хорошо, вечера, парни. Ну окей, все нормально. Итак, тебе ничего, нечего беспокоиться. Боба смотрит японские мультики вместе с Генри. Чего? Для чего ты взял, что тут не о чем беспокоиться? Может и правда нет ничего такого в том, что двое взрослых смотрят аниме. Пробуй объяснить это криминальным коллегам Бобо. В общем так, вот как мы поступим, если кто-нибудь когда-нибудь под жесточайшими пытками спросит тебя о том, что Бобо делает по ночам, то ты самым образом наврешь что-нибудь ужасное. Потрошит младенцев, лезут со слизнями, пользуются голосовыми сообщениями, что-нибудь в таком духе. Не проблема, говорит. Поклянись. Ну хорошо, хорошо, клянусь, доволен, никто ничего не знает. Господи, помилуй беды, наша семья, говорит. Что по поводу твоей части уговора? Я держу свое слово. Возьми эту штуковину, она поможет вычислить тех, кто вздумает читерить в лиге. Тру-ту-ту, тру-ту-ту. Оу, love story. Простите, говорит. Нет-нет, это моя вина. Нужно было хотя бы узнать ее имя. Она сейчас криминальный мужчина этого мира. Или она преступница, либо ее банда котиков похищает. Назову серию «Таинственное похищение». Должен узнать, куда они ее забрали. Так, вот штука, которая поможет вычислить читеров. Наконец-то. Сначала мы найдем их, а потом мы возьмем свои мерзкие ремни. Как? Есть кое-что еще. Что? По дороге сюда встретил девушку. О-ля-ля, ни слова больше, малыш, мистер Барри все понял. Да что, нет, даже имени не знаю. Оу, еле, мистер Барри, это тоже никогда не было проблемы. Ха-ха-ха. Проблема в том, что ее арестовали. Кто? Копы? Всего один звонок, и я? Не копы, какие-то мужики в шлемах. Что тогда можешь забыть о ней? Ни за что, я собираюсь спасти ее. Слушай, ты вообще понимаешь, кто они? Не, кто, какие-то мотоциклисты, это федералы, парень. Если эта девушка сделала что-то и они ее схватили, то ради собственной безопасности тебе стоит держаться подальше от этого. Но я, говорит, а также ради безопасности всех, кого ты любишь, твоей матери, твоих друзей, твоей собаки. У меня нет собаки, лучше для бедного животного. Ладно, ладно, понял, о чем вы, хороший мальчик. А теперь беги тренироваться, пока разберусь с хламом, который ты принес. О чем я принес? А, как слышно, прием. Что ты сказал? Ничего, говорит. Странненько, странно. Сигнал прерывается. Повторите, пожалуйста. Что за голос? Откуда вообще идет? Слушай, если ты снова меня отвлек, чтобы сказать М ничего, я должен выяснить один в каком-нибудь едином месте. Клянусь, возьму свой армейский. Да, понятно. Походу, кто-то следит за нами. Прием как слышно, говорит. Как в фильмах Биг Мамбетова. То слишком тихо, то ужасно. Какие еще Мамбеты, с кем я разговариваю? Где Джульетта? Ты про девушку с коробкой полной хакерских штуковин? Что ты с ней сделал? Ничего. Мы встретились прямо перед тем, как ее арестовали. Черт побери, и с кем тогда разговариваю, говорит. Дамочка, вообще-то это вы мне звоните. Дамочка, странно, по голосу мне казалось, что ты моложе 80. Каким-то образом ты присоединился к зашифрованному секретному каналу. Мне нужен доступ к твоему чипу, чтобы понять, кто, как произошло. Не знаю, какого вы мнения о моем чипе, но вовсе не так доступен. Ха-ха, говорит, гори пароль. Кверти.
Чем говоришь, не подходит, у меня его нет, говорит. Невозможно, говорит. Мне никто не предупредил, что надо поставить пароль. Господи, в каком веке ты живешь? У тебя все вопросы такие каверзные. Пока пробью номер твоего чипа по нашей базе. Ага, пам. Но почему эти федералы схватили Джульетту? Кто ты такая? Конец связи, говорит, это жестоко. Так, ладно, давайте на этом мы, наверное, закончим. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, в ближайшем будущем продолжим. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.